Ни за что. Ебанулся я на то, отвлекся просто машину, вот реально не знаю. Тут съемка видео запрещена, блядь. Into this world we're thrown. Нихуя же, блядь. Мужчина снял на видео. Прямо с порога спрашивают. Ты кто такой? Давай гуляй, до свидания. Такси, 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 горячий домов, мимочек достов. Не тебе это не говорю, а сам дом. Знал? Конечно, конечно. Потому что, вот, видишь, у кого-то есть здесь окно. Всем здравствуйте, дамы и господа. Сегодня у нас 24 июля, 8:05. Купили мы смену на 12 часов. Да ладно! И помчали, короче, мы работать, катать. Посмотрим, что у нас сегодня выйдет. Сегодня у нас понедельник. Что-то как-то тухло, вяло, уныло, я бы сказал. Переместимся, мы поменяем свою геолокацию. Потому что где мы находимся, у нас что-то тут прям совсем тишина. Ничего у нас нету, ни коэффициента, ни заказов, ничего. Ровным счетом. Не забываем также перед началом просмотра поставить лайк. Кто не подписан, подписаться. Колокольчик. Все заметили то, что у нас на канале произошел ребрейдинг. Старое название мы поменяли, поставили новое. И почему-то это как-то очень сильно отразилось на просмотрах. То есть прошлое видео, ссылочка вот здесь, оно почему-то максимально, кардинально набрало мало количества просмотров. Не знаю, с чем это связано, может с настройками YouTube, может не в тот день, не в тот час выложил просто. Ну да ладно, слишком много болтовни, работа. Что-то, короче, не зашло. Не зашла смена с самого утра. Два заказика сделал. И, в принципе, все было нормально. Так нет, две отмены подряд. Это очень печально. Потому что мы работаем по направлениям. Для нас все это печально, любые отмены. Мы когда едем, мы уже знаем, где нам надо оказаться. Та-та-тан! Да ты заебал! Пока мы, короче, стоим, нужно чай попить. Потому что сейчас что-то разгорается, коэффициентик пока. Сейчас и заказики пойдут. Надо в этой работе самое главное не спешить. Либо мы катаем все, либо мы работаем разумно, грамотно, без всяких таких зеленых и бестолковых заказов. Не заметил, да, что ли? Да, ебанулся я на то, отвлекся просто машину, вот реально не заметил. А я думаю, едешь и едешь, едешь и едешь, думаю. А там... А представь, не было бы тебе. Там бы, ну, оставалось вот столько где-то. Охуеть, блядь, ну спасибо. Да, не за что. Ебанулся. Короче, что, ну к чему? Пока я тут принимал заказы, хавал. Он тот тип на вот этой вот черном Мерседесе просто сдавал назад. И я не знаю, как он, сука, меня не заметил просто. Оставалось там вот столько где-то. Охуели все, блядь. Тут машина стояла, сзади там тип стоял. И сам я тоже приохуел, скажем, мягко говоря. Думаю, блядь, сука, на пустом месте стоял просто, блядь. На нахуй, получи, блядь. Пожалуйста. Удачного дня. И вам тоже до свидания. Здорово.
Тут съемка видео запрещена, блядь. Камеру вырубай нахуй. Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Riders, riders. Riders, riders. Do this house we're born. У нас на самом деле какое-то тихое, мирное, спокойное утро. Ну как утро, мы-то выехали 8 часов. И в принципе, я думаю, что сегодня никакого экшена, абсолютно ничего не будет. Люди все у нас адекватные, тихие, мирные, спокойные. Поэтому сегодня, наверное, будет огромное количество вставочек. Так сказать, покажем наш город, какой он есть. Наверное. Пассажиров снимать. Здрасте, до свидания. Тоже не особо интересно. Можно, конечно, еще сделать из той серии, как некоторые блогеры там, так сказать, доебаться, да, до пассажира. А че, куда, зачем, а почему, для чего. Но у нас-то контент на этом не строится, поэтому тихо, мирно и спокойно работаем, кайфуем. Продолжаем смотреть ролик. Билетник катается со мной, все катается. Может, ты полетишь уже, братан? Конечно, братан, нихуя себе. Улетел. Хорошие дороги. Посмотрите, полюбуйтесь, так сказать, брусчаточкой. По полям, по полям, синий трактор едет к нам. У него в принципе перекличка по именам. А ну, малыш, давай попробуй отгадай, кто же нас погнал на Беломор. Смотрите, какая классика, а? Лятка какая. Чё-то как-то сегодня прям совсем не камильфо вообще. Что? Ну это называется, не попал в струю, не попал в масть. Так и будет целый день. Либо надо сделать перерыв, минут 15 постоять где-то, потупить. Может даже похавать. Что у нас тут есть, а? Что у нас есть в нашем дворце? Так, это не то. Опа. Ништяк. Всем бы такой пакетик иметь с собой.
быстро подъехали. А назад? Ой, назад можно вас или вызывать опять? Ну я, чтобы если вы, или вы там, ну может не будете, да там? Я там. Да я ж не знаю, сколько вы там будете. Да я быстро. Нужно забрать документы и все. Опять сломали. Но он бестолковый на самом деле, шлагбаум. Ну и тот, кто его ставит постоянно. Ну, может, ему-то прям еще что. Это, наверное, за это. Имеет за это. Давайте лучше переведу эту тысячу. Ну, тебе пришел. Спасибо. Пожалуйста. До свидания. Все, наверное, это можно сделать. Было во время поездочки перевести, чтобы у нас было все быстро и беспроблемно. Громовой 88, 86, 90, 92. Все, теперь нету шлагбаума. Вопрос, надолго ли его тут нету? Да ты заебал! На подъезд вам или куда? Ну, я до Бруснички там. Господи. Держите, держите. Самое интересное, да, то, что это же не касается ни возраста, ни пола. Всегда у людей, когда приезжаем на конечный адрес, у них всегда возникает какая-то проблема. Вот всегда. То можно переводом, можно еще что-то. Ой, куда-то упало, куда-то провалилось. Ой, а у меня большая купюра. Это, наверное, все-таки говорит о том, что человек заранее не может приготовить, да, и получается не ценит ни свое время, ему в принципе некуда спешить, ни время водителя. Ничего, пес, подождешь. День подошел к концу. То, что мы дальше будем нарабатывать, это уже в принципе никак не повлияет максимально кардинально на наш результат. В общем, работали мы 8 часов, и в принципе, наверное, можно сказать, что не самый лучший, не самый добрый понедельник. Как бы рано еще для того, чтобы говорить, что все, работы нету, хотя тоже настолько выйти, там постоять. То есть по факту мы где-то часов 7 вообще находились на линии. То чай пьем, то еще что-то делаем.
то сливу едим, то абрикос едим. Шалтай-болтай валял. Вот опять же, вот я говорил уже некоторым, да, вот я вот не понимаю, работает, как это действует. Ну, я заработал за 8 часов. Я думал вообще 3500 где-то вот так. Еще там чьюха рублей, наверное, 100. Да, выполнили мы 18 заказов. Ну и у нас 5 отмен. Но у нас отмены не то, что мы там приехали на адрес, да, и стояли, ждали. У нас отмены были именно заказы в лед, не в лед. Заказ, начинаешь ехать, бац, отмена. В общем, короче, как-то так. Мы сейчас еще, ну, за час, наверное, да, за час, за полтора. Если повезет, мы еще косарик наработаем. Так, мы помним, да, у нас покупка смены 425 рублей, да, то есть грубо четверку мы уже заработали. И вот, если повезет, мы заказика 4 сделаем, косарик где-то заработаем, и это будет хорошо. Ну, а вы можете продолжать смотреть, может, что-то интересное будет. Ну, так, по идее, это такая смена вышла. Это, можно сказать, я подвожу итоги. Концовочка там, я не знаю, что у нас получится. Чтобы потом, короче, много не говорить, не глагольствовать. В самом-самом конце вы видите полностью скрин заработка, заказы. Ну и, может быть, что-то будет интересное. Может, какой-нибудь наркоман, еще что-то к нам явится. Тайм-коды вы видите, есть смысл дальше смотреть, нету смысла смотреть. Напомню, не забываем про подписаться, про комментарии. Ну и все, и не забываем о том, что у нас произошел ребрейдинг. Было одно название канала, сейчас это другое название канала. И это, видимо, сказалось на вообще на всем. Плюс мы еще там поделали настроечки. И вообще, короче, по своей сути мы начинаем все с нуля. Ну, нам не привыкать. Также напомню про Telegram. Telegram также я снес. Также ссылочка в закрепленном комментарии. Новый Telegram. Все по новой. Я заявляю. Я всегда с собой беру видеокамеру. Я всегда с собой беру видеокамеру. Мужчина снял на видео. Прямо с порога спрашивают. Ты кто такой? Давай гуляй, до свидания. Минусинскую? А? Минусинская? Ну вот сейчас я не знаю, куда именно едет, никак не понял. Ну, вам еще не звонили? Ну, у вас указано Минусинск. А? Указано Минусинская 22. Ну, как 22? Минусинская 22. Почему 22? Не 22, а 37В. Конечный адрес. А, туда надо ехать? Конечно. А, ну туда-туда. Поехали. Они там вон, нахуй, да. Выходит там, да. Подъезд какой? Не знаю, не помню, не знаю, какой-то. Не, не знаю. Я не был никогда. Наверное, вот. Да, а, встречают. Вот. Так, сколько там? 170 рублей. Сколько? 170. А, уже отдали, да. Я там. Ну что, ребята, собственно говоря, в принципе и все, смена подошла к концу. У нас получилось, что 4900
отсюда отнимаем 420, сколько там эта смена стоит. Отнимаем, и вот наш заработок. То есть мы еще часик покатались, и все.